Я возвращаюсь с города Штутгарта в Хайльбронн. И хочу рассказать стихотворение, которое мне когда-то было дорого, стихотворение Евгения Евтушенко. Проверка счастья. В проверке вьюгой или мошкарой еще не выявляется героя. Я думаю, себя не опозорим, когда настанет час проверки горем. Но высшему суду мы подлежим в проверке счастьем нашим и чужим.